Отечественные авто снова возглавили тройку лидеров по продажам в России. На АвтоВАЗе дан старт производству самого популярного в народе семейства «Лада Гранта». Горячую новинку дилер «Диалавто» презентовал в парке «Амазония». В честь грандиозного события здесь устроили праздник как для взрослых, так и для детей. С бесплатными развлечениями, сладкой ватой и шоу мыльных пузырей. Но в центре внимания все же «Лада Гранта». Дизайнеры обновили интерьер салона и облик авто. «Гранта» будет доступна в 4 типах кузова – седан, хэтчбэк, лифтбэк и универсал. Новый «Лада Гранта» отличается X-образной стилистикой. Это автомобиль, который улучшен в части комфорта и удобства. Это и кнопка открывания багажника добавлены, и лифт сидений, сидений с боковой поддержкой, новая комбинация приборов. Также в автомобиле были изменены и улучшена звукошумоизоляция. Улучшения подверглись колесные арки автомобиля, которые обеспечивают более высокий уровень комфорта автомобиля. При этом обновления не повлияли на стоимость авто. Все достоинства новой «Гранты» желающие могли проверить тут же на тест-драйве. Так, электроусилитель за руля, две подушки безопасности, курсовая стабилизация появилась, что немаловажно. Ваша безопасность, безопасность самая дорогая. Оценить все преимущества нового автомобиля «Гранта» можно у лучшего дилера «Лада» в России «Диалавто» по адресу город Чебоксары, улица Автомобилистов, 2.